Участники соревновались в 13 номинациях. Победителей поздравил губернатор Краснодарского края. В этом году в регионе отдохнули почти 16 миллионов человек. Большинство туристов приезжали летом. Однако на Кубани намерен развивать круглогодичные курорты, заявил Вениамин Кондратьев. Сегодня, в первую очередь, не жилье нужно нам строить на курортах. Не жилье, я это в открытую говорю. А курортную инфраструктуру нужно строить. А если у нас не будет курорта, инфраструктуры круглогодичной, конечно, у нас и курортов круглогодичных никогда не будет. Самый главный ресурс, он в ваших руках. То есть вот здесь просто прошу, вот прекратите просто бездумно распоряжаться землей той, которая еще осталась. А если есть возможность заводить инвестора с курортной инфраструктурой, а не с жильем, тогда вот этот первый инвестор в приоритете с курортной инфраструктурой. Участие в конкурсе «Курортный Олимп» приняли 130 предприятий. Победителя определяла экспертная комиссия.